Ему нужна рация. Он придет, и вы его встретите. Если что, позовите меня, вы знаете как. Ты тоже знаешь, что тебе делать. Товарищ Кошкин, меня не обижай. Я кадровый военный, и воевать-то умею. А здесь кадровые убийцы. Они кадровых военных на завтрак едят. Ты не обижайся. Просто тебя учили воевать на чужой территории. Шашки наголо и ура кричать. И ни шагу назад не отступать. Они любят, как и я, воевать тихонько, на цыпочках. А мне что делать? Зайди с другой стороны. Как первый выстрел услышишь, расстреляй куда-нибудь две обоймы и текай отсюда, чтобы не видно было. Это все. А то мне помешаешь. Ильветин хочешь? Он от боли и страха помогает. Страх потеряешь и голову оставишь. А я еще Валентине Аркадьевне должен разговор. Сергей Варламович, это обычное атмосферное явление. Так ты на своих цыпочках не навоюешь. Сейчас добежим, отдышимся. У вас сразу в школе ГТО не было? Не было, девочка, не было. Давайте быстрее.
Сначала тяжело, потом легче. Если бы вы сгорели, Герр Кошкин, то сейчас бы уже не нервничали. И не думали, как бы пробежать через коридор, через который пробежать невозможно. Смоновин, идиот. Im Gang ist es sehr dunkel. Ich mache heller. В коридоре очень темно, я подсвечу. Нет уж, извини, товарищ Кошкин. Я здесь сидеть с ним... не могу. Отрезай его от окон. Бросай оружие. Стреляй, дурак! Пора звать друга. Вот, подъем, тревога! Отделение, подъем, тревога! Всем получить автоматическое оружие и по два доп. Комплекта патронов. Гранаты без ограничения. Давай. Где они, бледные? Кера, Стэнки, Катя. Я простираю руки и мольбы. Я так устал от гнева и борьбы. Яви свой лик, на мерзе намогать. И ты идешь по гробу раскать подземных гроз, ступая на гробы. Треглавая, держа ключи судьбы, во факел, кинжал и печать. Я бы женился на тебя, женщина! У нас были бы красивые дети! Хорошо! Это твой последний раз в жизни! Он будет самый лучший в твоей жизни! Если это мой последний раз! Последний, а? Тогда сделай его
лучше! Что, за эти минуты стоило стать предателем? Что? Валентина Аркадьевна! Товарищ Рощин. Ах ты, сучонок. Утром, товарищ майор. Все. О, брат. Плохо ты, плохо совсем. Реакции не те. Думаешь, сейчас где-то в раю или в аду. На нашем свете, братец, на нашем. Не кипятись, Рощин, не кипятись, пожалуйста. Потому что я не знаю, что дальше делать-то. Чтобы прецедента не приключилось. Если ты сейчас разгневничаешься, кое-кто мне голову намылит. Ой. Ну о чем? Пить.
Ты все, пить дай. Давай договоримся, что никаких резких движений ты сейчас делать не будешь. Ты хочешь спросить, что здесь творится? Отвечаю. Вот эта сволочь тебе жизнь спасла. Сволочь ты, Коля Вершин. За час до пожара Маточкин сказал, что все знает про шелк. Еще, что в Либье здорово, потребовал у меня нож, ну, вроде для какой-то экспертизы. Я с перепугу его отдал. Глупо, конечно. Вот, Коля, до чего довела тебя праздная жизнь. Если товарищ Рощин не будет сильно сопротивляться, мы некоторые позорные факты из твоей биографии мы вычеркнем. При условии, если ты возьмешься за голову. Да я как от Маточкина пулю схлопотал, так у меня вся дурь через эту дырку вылетело. Честное слово, Вацлав Арнольдович, товарищ Рощин, брошу спирт жрать. И водку тоже брошу. По-моему, это к тебе. Извините. Извините. Вацлав Арнольдович, подождите, сумма. Куда это вы его? Больному прогуляться нужно. Разрешите? Пардон. Доброе утро, товарищ Кошкин. Доброе утро, Валентина Аркадьевна. Ногти сломала. Растил, растил и сломала. Я ногу сломал. Растил, растил и сломал. Солнце сегодня. Вчера ливень шел, сегодня солнце. И вы вот тоже, товарищ Кошкин. Отдыхайте. Знаешь, для них так даже лучше будет. А хоть память-то можно как-нибудь отмыть? Вот Рябченко, Кошкин, Сапега. Остальные все здесь. О, лейтенант Бабаев. Сын репрессированной нации. Таких вербовать так. Расплюнуть. А с этими товарищами ты ночью в войнушку играл. Да, надул ты меня, Коля. Да вряд ли, Коля. По всей видимости, его зовут не Николай Маточкин, а Александр Юнкер. Ну, для Сашеньки он староват. Ну, это, брат, как жизнь потребует. Ты на себя в зеркало глянь. Разве тебе дашься 22? Война, брат,
Война, короче. Но у него же есть родители, можно проверить. Проверяли. Есть мать, приемная. Да, в 30-м приютила его, этого оборвыша. Да. А ведь Маточкин специально организовал эту войсковую операцию, чтоб в темноте свои своих побили, а под шумок тебя с Вершининым ухайдокать. Ну, и заодно своих подопечных спасти. Ну, кто в этом хаосе мог что-нибудь понять? Понимаешь? Вышли бы из этой бойни, треплю с ганочкой, как гуси из воды. Чистенькие и сухенькие. А вот теперь все лежат. Ангелочки. Да. Покойник к покойничку. Алюминиевый прокат, товарищи вновь прибывшие. Материал стратегический. Покупаемый за инвалюту. Смотри, какие лечебные свойства взрывной волны. Шабахнула Фельдмана. Заикание дало. Он говорит-то как по-писанному. Паскудные остатки вражьей нечисти аккуратно расклепать, чтобы планочка к планочке, трубочка к трубочке. Мы потом из них теплицы выстроим. Ну, а ты-то что, какой-то такой недовольный? Планеры планерами. Остроумно, хитро. Прям как у Скорсени. Но одного я понять не могу. Ну хорошо, ну тихо они взлетели, ну незаметно подобрались к резиденции. Ну дальше-то что, с неба гранатами, что ли, закидывать? Ну глупо, неэффективно. Рощин, корень знаешь, корень. Держи. Пойдем. Будем зимой выращивать помидоры, огурцы, крес, салат и петрушку. Вот этот крест подземного хода Юсуповского дворца. А этот лежал здесь, в маленьком потайном ящичке, прямо над клавиатурой. Инструмент. Но главное, что остальные механизмы в порядке. В конце 27-го года Вилькину заказали изваять товарища Сталина. Он ее практически закончил. И тут обыск. Арест, обыск. Да, старик вовнутрь спрятал главную улику против своего хозяина, которая хранится здесь с 1914 года. Что это? 7 чаш гнева Божия. Когда Вилькин бросился в свой тайник, видно, не совсем аккуратно обошелся с изваянием. Вот одна колба и того. В этом контейнере дифосген. В локоне, что ты срезал с вилькинской головы, наши химики обнаружили большую концентрацию метила и хлор, составляющих этой дряни. Вот эти штучки в Первую мировую бросали с самолетов во вражеские окопы. Да, одной такой хватало, чтобы уничтожить все живое в квадрате 300 на 300. А с планеров метание куда более прицельно. Валентин Серапионович. Что еще в этих волосах найдено? Мне-то вообще-то ни о чем не говорит. Я в химии не того. Ух ты! Хорошо. Машину к подъезду. Так. Эта рука 100% не отрастет. А память штука хитрая.
глядишь, и вернется. Зачем? Доктор, нужно поговорить. Он может умереть, товарищ генерал. Не дай Боже, какой-нибудь перепад в напряжении. Да не моя это прихоть, товарищ доктор. Черт знает, сколько жизни может зависеть от его памяти. Подзадержаться. Оставь. Они тебе еще понадобятся. Чисто. Ну, думаю, часа через два затянет. Да. Следующий сеанс связи. 22:00. Скорая весна. Знаешь, какая в Крыму весна? Нигде в мире нет столько запахов, сколько здесь. А потом море будет теплым. Любишь купаться? Давно в воду просто так не входил. А в море как-то не довелось. Море — это не просто вода. Это свобода. Ни дна, ни берега. Бесконечная даль. Не живи воспоминаниями, отдыхающий рощин. Живи жизнью. Обязательно научусь. Все это закончится. Научусь. Никогда ты не вернешься с войны. Это я тебе как врач говорю. 5-й, я 22-й. Как погодка? Не по чистой говорите? Это хорошо. 6-й, я 22-й. Как погода? 8-й, как погода 8-й? Значит, чистое небо. Мы не тянули. Мы выжидали. Да, 3 месяца, но игра стоит свеч. Так точно, осознаю всю меру ответственности. По данным разведки, этот газ называется «Заман». Он синтезирован на основе фосфора и фтора. Чьи следы были найдены в волосах Вилкина. По сравнению с «Заманом»… Дифосген является задушкой для солдатских сортиров.
судного дня! Я сочинил эту симфонию очень давно. И не предполагал, что когда-нибудь ее последние аккорды станут финалом другой, моей самой лучшей пьесы. Кто вы? Генрих Юнкер. Генрих Юнкер мертв. Его останки лежат в безымянной могиле на Ялтинском кладбище. Там лежит то, что осталось от глупого вертухая, который не вовремя вошел в мою камеру. Но вход в пещеру был завален, вы не могли оттуда выбраться. Между глыбами оставался просвет. Узкий для такого толстяка. Но у меня было время, чтобы похудеть. Очень много времени. Вы не представляете, насколько живуч и эластичен человек, который очень хочет жить. И очень хочет мстить. Что такое? Наши маленькие мщения по сравнению с величием цели. 30 лет назад родина моих предков вступила в Великую войну, но Германию предали! Нацию Гёте, Эйлера, Канта, Ницше унизили, разграбили, заставили поверить в собственную виновность. Гитлер дал нам шанс вернуть самоуважение. Мы дошли до Атлантики на западе, до Волги на востоке. Да, но только мы теперь стоим на Одере, а союзники на линии Зигфрида. Алмаз режет стекло. Но он хрупок. Ваш союз – это алмаз, который находится в опаснейшем процессе огранки. Достаточно любой нелепой случайности, чтобы 100-каратный кристалл разлетелся на 1000 дрянных осколков. Завтра в Ливадии должны встретиться 3 человека. Но они не встретятся. И тогда поглядим, чья возьмет. Наша разведка знала о предстоящей встрече лидеров тройки еще весной, когда здесь, в Крыму, шли бои. Но мы понимали, что приблизиться к ним почти невозможно. Если не усыпить вашу бдительность, вот и подсунули вам ложный след и ложный трофей. Люблю старые газеты. Липецкое дело. Когда-то я считал его венцом своей карьеры. Возня из-за украденного мной документа обернулась такими репрессиями в авиапроме, что ваше самолетостроение откатилось назад на несколько лет. Кто бы мог подумать, что отсидевший по этому делу Боря Фонариотов спустя 16 лет появится в этом доме, чтобы снова взяться за это древнее дело. Он не верил в мою смерть в 28-м году. И я всеми способами старался не разуверить его в этом. Зачем? Затем, что рано или поздно его поиски должны были заинтересовать контрразведку. Что и случилось. В конце концов, он обратил на себя внимание ведомства товарища Якушева. И они вместе стали искать старого шпиона Юнкера на руинах Севастополя, среди завалов инкерманских штолен, искать след его имени в истлевших газетах, не подозревая, что руководит их поисками сам Генрих Юнкер.
Но на большую игру это не тянуло. В моей пьесе главным героем должен стать СМЕРШ. И вот тут-то. Удачи! Ах ты, Коля, Коля. В каком же тебя зацепили? В 40-м? Да не, в 39-м. Секретарша из венгерского посольства крутила так, что я чуть не сдурел. Не, поначалу боялся, конечно, жутко, но потом понравилось. Делов-то папкины разговоры слушать. Молодой человек сообщил нам, что для лиц, прибывающих на Крымский полуостров, НКВД меняет форму командировочных удостоверений. Вы нашли этот камень на кесете Кошкина. Бедолага не знал, что послан на заклание. В день приезда в Симферополь на вокзале за мной следил Сапега. Он убил Фонариотова. Когда поезд пришел в Симферополь, Сапега был уже мертв. Ну, подождите, Петрушка. Петр Холодов говорил, что увидел. Ну, Петрушек сказал, что видел. Унтершарфюрер СС Петр Холодов. Инструктор по диверсионной работе спецшколы в Лейпае. Кто убил Паттера? Паттер Винцель был вздорный человечишка и пустой богослов. Его можно было прирезать за это одно. Но, ко всему прочему, он был единственный, кто знал мое истинное имя. Я мог бы его убить 100 раз, но в моем спектакле все должно происходить вовремя. Убийству нет оправдания. Хотите спросить, почему я с ними? Ну, я расскажу все равно, хорошо? Просто меня позвали, понимаете? Представляете, меня никогда в жизни никто никуда не звал. Я всегда был просто деточка. Деточка, не пей холодной водички. Деточка, прими лекарства. Деточка, не поднимай тяжелое. Ручка заболит, ножка заболит, грудка заболит. Когда около города стояли немцы, я говорил, дайте мне оружие. А надо мной смеялись. Всем казалось, что деточка с пистолетом, это смешно. А немцы не стали смеяться. Господин Белозерский привел СМЕРШ к трупу Сапеги только для того, чтобы вы могли найти это. С той поры ваша охота на ангелов превратилась в охоту за призраками. С кем же я тут воевал? Фельдман? Фельдман из der Deutsche Name. А в Красной Армии лучше быть евреем, чем немцем. Sie waren zusammen mit mir im Krieg, Herr Rösch. И со мной. И со мной. Ну и со мной.
каждый живет, как я того хочу. И каждый умирает, как я того хочу. Я просчитался лишь с Бабаевым. Кто бы мог подумать, что это дитя гор подведет гнусная похоть. Почему же вы не убили меня? Среди бездны моих грехов нет греха неблагодарности. С вашей помощью я захватил этот поселок, убрав ненужных людей и расставив на ключевые должности своих. Зачем же вы сдали нам Рябченко? Старый, добрый, глупый генерал. Он здорово помог нам в начале войны, он прекрасно поработал в Севастополе. Мало того, нам удалось снова всучить его вам на плоту в компании с одноруким. Майором, с прожженными током мозгами. Рябченко был очень ценный человек. Но в большой игре надо уметь жертвовать. Кто, кроме генерала, смог бы окончательно вычеркнуть мое имя из списка живых? Кто привел бы вас в мой старый тайник, набитый никому не нужными тайнами? Я дал вам трофей, Горощин. Я дал вам логичную, замкнутую цепочку. Вы нашли за этой дверью древний, никому уже не нужный дифосген. Порой не то, что скрывается за дверью, а сама дверь может служить вместилищем тайны. Вот мой самый ценный человек. Я нарочно держал его вдали отсюда, в самом скорбном из домов. А заодно он присматривал за Рымаковым, как бы тот, не дай бог, не вспомнил чего-нибудь лишнего. Чего? Это уже не важно. Герощин, уже не важно. Законы жанра, Герощин. Законы жанра. Что в них? Вышел первый ангел и вылил свою чашу на землю, и сделались отвратительные, гнойные, жестокие раны на людях. Второй ангел вылил свою чашу в море, и сделалась кровь как бы мертвеца. И все живое умерло в море. Третий ангел. И как вы собираетесь атаковать? У вас же нет планеров. Я никогда не рассчитывал на планеры. Мы оставили их здесь лишь для того, чтобы повести вас по ложному следу. И заодно обеспечить прекрасный материал для строительства других аппаратов. Алюминиевый прокат – материал стратегический. Аккуратно расклепать, чтобы планочка к планочке, трубочка к трубочке. И вы думаете, это полетит? Полетит. Вилкин был настоящий гений. Почти Леонардо. Зачем эти громоздкие летающие коробки планеров, когда можно один на один с Господом? Тихо, бесшумно, незаметно, и никакой звукоуловитель не поймает шелеста его крыльев. Через час с небольшим чаши гнева прольются на резиденции Черчилля, Рузвельта, Сталина. Ваши лидеры умрут. Начнется паника. Америка и Британия выйдут из войны. Выйдут.
А против вашей армии наши химики пустят тучи замана. В считанные дни ситуация на фронте изменится. Кардинально изменится. Так что вы хотите от меня? Через полторы минуты раздастся телефонный звонок, и вы ответите, что небо чистое. Но вы же знаете, что я этого не сделаю. Сделаете. Не делайте этого, отдыхающий Рощин. Вы сделаете это. Вы сделаете ради нее, ради себя. Поймите, даже если вы возьмете трубку и крикнете «Тревога!», финал моей пьесы не изменится, за исключением одной детали. Она будет жить. Она давно уже мертва. Майор Ромаков в последние мгновения своей жизни вспомнил красавицу в белом халате. Да. Вас, Сашенька. Вас, гауптштурмфюрер СС доктор Альхин Юнкер. Да, действительно, 10 дней я играл в вашей пьесе. Но последние 3 месяца вы играете по нашему сценарию. Мы могли вас взять еще в ноябре. Но нам не нужны были ни они, ни вы. И даже не вы. Нам нужен был этот чертов газ. Только из-за него я терпел вас. И особенно вас. Небо, что надо.